У остановки пассажирское депо в понедельник вечером попал в аварию полицейский наряд, который мчался на экстренный вызов. «Лада» в неведомственной охране столкнулась с кроссовером «Вольво», который выезжал на главную дорогу из жилмассива. Мобильный репортаж от интернет-пользователя продолжит программу. Столкновение квалифицировали как мелкое. Пострадавших в нем физически нет. Да и автомобили смяты несущественно. Интереснее, кто будет признан виновником. Полицейские ехали по основной дороге в сторону северной части города. Спешили в продуктовый магазин у остановки 59-я школа, где сработала тревожная кнопка. Ехали с проблесковыми маяками и сиреной по встречной полосе, объезжая стоящие в пробке машины. Шофер «Вольво» выруливал с улицы Сигнальной. Он видел, что движение встало на красный свет и воспользовался этим, чтобы свернуть налево. Впереди него ехал еще один автолюбитель, который успел проехать перед спецмашиной. Кроссовер уже достался небольшой силы удар. На записи видно, что патрульные ехали с маячками. Материалы этого дела направлены в отдел дознания. Водителю «Вольво» выписали протокол за то, что он не уступил дорогу спецмашине. Однако далеко не факт, что он будет признан виновником аварии. Полицейский водитель должен был продолжать движение, лишь убедившись, что ему уступают путь. С места происшествия Евгения Куликова и пользователь портала «Губернии» Ольга.